Так, ну давайте теперь займемся раскраской. В общем-то, здесь не так это сложно. Выбираем вот это вот. Нет, вот это. А, не, ну сначала надо бы как бы... Подождите. Зайдем вот сюда, видим вот этот материал. И к нему мы сейчас добавляем, допустим, розовый нос будет. Новый будет розовый нос. Вот такой, к примеру. Теперь выделяем. И говорим, что вот этот нам нужно. Смотрим сразу. Да, вот он появился. Отлично. Далее. Все остальное. Надо было вот это и это. Что, это тоже прилепилось? Нет. Ну, сейчас скажем, что нам нужен зеленый. Ну, такой травянистый зеленый. Вот такой потемнее. Так, хорошо. Ну и колесики мы тут можем. Так, что нам с ними можем сделать? Вот этот выделяем и говорим, допустим, он у нас новый будет красный. Я бы так не хотел, честно говоря. Где у нас тут вот это? Сейчас, секундочку, это надо разделить. Значит, мы можем это сделать только так. Вот, вот это выделить. Сказать P Selection. Тогда останется это красное. А вот это уже можем сделать желтый, к примеру. Покрасить ее в другой материал. Новый. Скажем так, желтый, вот такой желтый. Нет, не покрасилась. Зараза какая. Надо убрать, тогда он будет желтый. Вот так. Ну и здесь наоборот, наверное, то же самое. Ну, скажем, разделить нам эти надо вещи, да? Вот. Скажем, P Selection. Все. Вот, вот это выделим и скажем, что она у нас может быть тоже желтая. А вот это, наоборот, может быть красная. Есть веселенький такой все. Так, теперь нам нужно буренку красить. Какой цвет я? Такой бурянистый. Да, вот такой бурянистый. Сделан цвет я. Так, а это почему не хочет? Почему не хочет? Хочет. Так, вот эти рога мы сделаем новые, они должны быть у нас черные. Так вот он.
Так, а здесь нам надо аккуратненько сделать. То есть перейти в Bitmod и выделить. Те, которые нам нужны. Внутренние ухи. Нужны внутренние ухи. Мы их сейчас выделим. Вот так, допустим. Да, да. Можем еще отсюда довести. И вот. Отсюда. Так. И цвет у нас должен быть розовенький такой. Вот такой вот. Раз. Ага. Не так. Цвет у нас вот такой должен быть. Ладно. Цвет у нас должен быть корой. Вот этот. Вот он, да. А вот к коровьему цвету еще нам надо прицепить вот такое вот розовенькое. Только тщательно выбрать все. Идем. Лишнее убираем. Здесь тоже лишнее убираем. Смотрим. Лишнее убрали. Здесь все нормально, да? Разве что вот это еще так. Так, и теперь скажем, что к ней нам нужен новый розовый совершенно. Вот такой. Готово. Ну, еще нам нужно будет вот здесь поделать. Так. Выделим вот здесь. И вот. И выделим вот эти вот. Вот эти места. Для этого нам надо лучше всего вот это отключить пока. А это включить. Вот. И тогда можно спокойненько это дело покрасить. Коричневый цвет. Попробуем сделать немножко по-другому. Раз, раз, раз. Нет. Только вручную пойдет. Колеса бы тоже убрать мешает. Так, мы к ней скажем новый применим. И он будет коричневый. Такой вот. Темно-коричневый. Не ори. Не дома. И дома не ори. Так. Вот
мы с Фейс, наверное, коричневый сделаем. Так. А здесь тоже. О, а вот тут-то мы вот пролетели немножко. Ерунда какая. Вот. Вот этот нет. Этот нормальный. Ну, последнее осталось, это вот эти. Все, скажем, новые, скажем, такой, который бы отличался. Желтый, вот такой темный. Теперь включим. Все, что выключили. Ну все, в принципе, вот у нас такой коробка получилась. Глаза там и прочие ротики я, скорее всего, буду делать в кейшоте с помощью этикеток. Кто за мной следит, за моим видео, знает, как это делается. Кто нет, то не знаю, может быть, мы с вами сделаем, а может быть и нет. Ну, не знаю. Пока вот так отключу. Сколько времени прошло? 12 минут. Ну, тогда давайте сделаем еще один аксессуар. Пока у нас 12 есть, сделаем колокольчик здесь, да? Как его лучше сделать? Давайте мы его сохраним сначала. Я так и не сохранял. Му, скажем. Это будет му. Так вот. Это будет му. И на этого му я смотрю, здесь одна вещь не закрасилась. Так вот, колокольчик, как его лучше сделать. Так, теперь мы можем это все у нас тут почему? Скажем, да, мы согласны. И здесь мы согласны. Согласен. Я делаю это все для того, чтобы потом соединить все в одну, назвать ее му. Так. Ctrl-U. Не пошло? Join. Join пошло. Му. Готово. Колокольчик, да? Сейчас отключим.
Так нам лучше сделать колокольчик. Если мы пойдем сюда, возьмем вот эту штуку, скажем так, 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 вот так. И скажем теперь объект. Выделим этот. И применим к нему скрин. У нас получился неплохой скрин. Так, немножко сделаем 34, чтобы помягче он выглядел, этот скрин. Хорошо. И скажем, что мы этим довольны. Apply. Теперь смотрим Edit Mode. Мы должны сказать, что вообще-то вот тут объект моде мы должны превратить это в mesh объект, конвертировать вот этот. Mesh объект. После этого она, конечно, превратится в то, что нам нужно. И тогда мы можем, допустим, выбрать вот этот сейчас. С помощью вот так. И здесь вот так. Так. Сначала нам надо было покрасить ее. Допустим, зеленый цвет. Сейчас уберем. Сначала мы ее покрасим. Материал. Скажем, что он зеленый. Вот такое. Хотя там вообще-то он желтый должен быть колокольчик, да? Только золотистый. Ну давайте сделаем его золотистым, окей. Так, и к нему еще сделаем новый материал. Я думаю, зелененький теперь подошел бы. Вот такой зеленый яркий. Так, и вот теперь сделаем так. Бокс. Так, опа. Edit mode. Немножко побольше. Так. И еще вот такое. Покрасим в зеленый. Должно получиться. Да. Угу. Ну и естественно, надо сделать теперь подвеску для колокольчика. Но сначала перейдем сюда, это выберем. Выберем. Вот эту часть, скажем, и. Так, и потянем ее внутрь. Так, хотя бы. Пускай так висит, как бомбически. Так, теперь смотрим сбоку. Берем опять. Идем Edit Mode. Убираем. И говорим, что нам нужно вот такая петля. Edit mode. Сначала избавиться от этой. Выделить. Видим, что неровно у нас, да? Теперь мы пойдем Edit mode.
Возьмем вот эту, потянем ее туда, куда нам нужно. Ну, примерно так вот сделаем здесь. Потому что здесь она тоже не по центру. Примерно сделаем, как бы оно должно быть так. И теперь пойдем в эту самую, где у нас в геометрию, и скажем, что у нас вот такая вот штука. Прекрасно. И теперь включаем Corel. Видим, что объект, этот объект и вот этот объект мы должны развернуть сначала по Z, то на 90 градусов. Вот так. И теперь потянем их обоих. Вот так. Угу. Ну и давайте смотреть, как нам набросить эту петлю на шею бедной Му. G R так где-то так и еще G и R. Смотрим сбоку. Ну, сбоку вроде выглядит ничего. Вот так. Ну, и с этого боку, да, теперь уже. Надеюсь, что она не врезается. Нет, она врезается. Вот, поэтому мы ее сейчас поправим. Уже. Прекрасно. Смотрим. Ну и все. Только что осталось эту превратить в мод объект, превратить ее в мышь. Вот эту вот мышь превратить в мышь и покрасить. Какой цвет ее в красный покрасим? Наоборот, желтый, чтобы видно было. А в чем дело? Что за странные дела? Не отследил, да? Немножко. Колеса, видите? Придется с колесами разобраться. Сразу какая. Так. Ну так что? Какого цвета она будет? Может быть, пускай белая была бы. Чисто красный не видно, желтый. Оставим желтого такого. Окей. Вот так. Вот этот некрасивый цвет желтый. Какой ему лучше сделать, прям не знаю, колокольчики. Если его, наоборот, сделать зеленым, а второй материал сделать желтым.
Ну, вот так будет лучше. Ну и вот теперь мне единственное, что придется помучиться этим, вот взять, допустим, вот это, выделить, пойти в Edit Mode и отказаться от всего. И по отдельности делать теперь Edit Mode. Теперь она одно целое, да? Не придется разобрать на кусочки, чтобы теперь. Здесь-то все нормально, а вот тут нет. Поэтому мне придется разобрать сейчас еще раз на кусочки вот это. Теперь здесь. Просмотрел. Вместе с ними у меня все остальное стало круглое. Я просто теперь показываю, как можно от этого избавиться, в случае чего такое произойдет. А мы уже все вместе собрали, да? Просто их выделяем Gamma Selection, так. Ну и теперь вот можно уже пойти к этому уму. Ему сказать, что это Shadow. Все так. А здесь можно сказать Bevel. Где у нас тут? Бывал. Вот этот. Где-то вот так есть. Так, а теперь каждое колесо мы можем, естественно, сказать смус, но не забывать про то, что нам необходимо говорить аутосмус. Таким образом мы, конечно же, от этого избавимся. Вот так. Здесь пускай будут круглые палочки. Вот это мы можем еще Bevel, наверное, применить. Bevel. Вот так вот. То мы получили прекрасную коровенку. И она у нас вот такая симпатичная коровенка. Ну, на этом мы остановимся. Кейшот я подумаю, сходить с вами в кейшот или нет.